Здравствуйте, уважаемые друзья. Как известно, в ЕГЭ по обществознанию за 2023 год внесли определенные изменения. Это изменение касается именно 18-го задания, которое идет после текста. Если раньше это 18-е задание, его суть заключалась в том, что нужно было просто написать определение определенного термина, то сейчас это задание состоит из двух частей. В первой части данного задания нужно, в частности, вот именно вписать определенные признаки какого-либо термина или какого-либо явления. Да, допустим, что касается предприятия, да, то есть нужно внести определенные признаки, да, вот именно предприятия или, допустим, такого понятия, как социальная группа или так и так далее. В моем курсе я все это учел, и вам легко будет разобраться в этом задании. Все.